С вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Сегодня 17 октября. Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Ну а теперь о родившихся. 1734 год. В этот мир приходит Григорий Орлов, генерал-фельдцехмейстер, фаворит императрицы Екатерины II, второй из братьев Орловых, строитель Гатчинского и Мраморного дворцов. От него императрица имела внебрачного сына Алексея, родоначальника графского рода Бобринских. 1912 год. Иоанн Павел I приходит в этот мир. Папа Римский, предшественник Карла Войтылы по имени. Был папой лишь 34 дня, самый короткий период со времен Льва XI, который правил вообще 27 дней в 1605 году. Первый папа, который выбрал двойное имя в честь своих двух предшественников. Артур Миллер родился в 1915 году. Американский драматург для некоторых считается одним из самых значительных в 20-м столетии. В конце 50-х Миллер стал видной общественной фигурой, чему, между прочим, способствовал его второй брак со знаменитой Мэрилин Монро, который продолжался около 5 лет. Эминем рождается в 1972 году. Настоящее имя – Маршал Брюс Мэттерс III. Американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актер. Один из самых продаваемых музыкальных артистов в мире, а также самый продаваемый артист 2000-х. Эминем – обладатель 15 премий Грэмми и множества других наград, и один из самых популярных рэперов мира. События этого дня и начнем с 1738 года. Михаил Ломоносов направляет из Марбурга в Петербург свое первое ученое сочинение «Образчик знания» о превращении твердого тела в жидкое. 1740 год. Основан Петропавловск-Камчатский, один из старейших городов на Дальнем Востоке. Город разместился на месте камчадальского селения Аушин. Место для города выбрал штурман Елагин, прибывший на берег Авачинской губы на парусном боте для подготовки базы второй камчатской экспедиции Беринга. Ну а сам город назван в честь святых апостолов Петра и Павла. Я там был и провел замечательное время. Представьте себе, Тихий океан, горы, ну и, конечно же, огромное количество вулканов и какие-то особенные люди и особенные ощущения, которые невозможно понять и почувствовать в большом мегаполисе. Год 1831. Майкл Фарадей производит первое успешное испытание электрического динамо, открыв электромагнитную индукцию. Год 1888. Император Александр III вместе со всей семьей и сопровождающими лицами возвращается на поезде из Крыма. Внезапно, в 7 верстах от станции Борки Харьковской губернии, поезд, шедший со скоростью более 60 верст, сходит с рельсов. Вагон-столовая, где завтракала царская семья, скатился с насыпи, стены сплюснулись и разломились. На императора упала крыша, но он смог удержать ее на своей богатырской спине, и в вагоне-столовой все уцелели. Великокняжеский вагон развернуло поперек пути и накренило над откосом. Всего погибло 21 человек, тяжело ранено 24, двое из которых умрут позднее. От ушибов, полученных в тот день, у Александра III начнет развиваться болезнь почек, от которой он и умрет через 6 лет. Поездам в то время не разрешалось ехать быстрее 20 верст в час, а царский поезд шел под 70. Чувствую, что император того потребовал. 1938. Учреждены медали за отвагу и за боевые заслуги. Наряду с учрежденной 24 января 1938 года юбилейной медалью «20 лет рабочей крестьянской Красной Армии» эти награды фактически стали первыми советскими медалями. За отвагу с момента ее появления особо ценили фронтовики, поскольку она вручалась исключительно за храбрость, проявленную в бою. Это главное отличие медали за отвагу от некоторых других наград, которые могли выдаваться за участие. Медалью за боевые заслуги награждались те же категории военных за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие успешному выполнению боевых задач, за мужество, проявленное при защите государственной границы, за отличные успехи в боевой и политической подготовке, освоении новой боевой техники и поддержании высокой боевой готовности воинских частей и их подразделений.
1945, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кёнигсберг с прилегающими землями включен в состав СССР. Южная часть Восточной Пруссии отходит к Польше. В апреле 1946-го в составе РСФСР образовалась соответствующая область, а спустя 3 месяца ее главный город получил новое название – Калининград, в память об умершем 3 июня всесоюзном старости. Территории эти были в составе России во время Семилетней войны. В 1758 году кёнигсбергцы присягнули императрице Елизавете Петровне, и до весны 1762 до заключения мира, Восточная Пруссия имела статус российского генерал-губернаторства. Так, в декабре 1858 года 18 века знаменитый горожанин Кёнигсберга Иммануил Кант обращался к Елизавете с письмом, где просил место профессора в здешнем университете. 1959 год. Международная корпорация De Beers, занимающаяся добычей, обработкой и продажей природных алмазов, объявила о создании ее первых искусственных алмазов. В 1988 в Лондоне впервые исполнена считавшаяся пропавшей 10-я симфония Бетховена. Она была восстановлена английским исследователем Барри Купером на основе обнаруженных в Берлине бумаг великого композитора, которые содержали фрагменты и наброски симфонии, поэтому трудно считать ее соответствующей истинному замыслу самого Бетховена. Ну и последнее. 1902 год. В Детройте выпущен первый автомобиль марки Cadillac, одной из старейших автомобильных марок в мире. У основателя, инженера Генри Лиланда, была возможность писать свое имя в мировую автомобильную историю. Назови он свою компанию Лиланд. Но он не воспользовался этим шансом и назвал свое детище Cadillac в честь своего предка, основателя Детройта Антуана де Ламот Кадиака. Визитной карточкой первых кадиллаков была особая точность изготовления, подгонки всех механизмов и деталей. И в этом не было ничего удивительного, ведь сам Лиланд начинал свою профессиональную карьеру как оружейник. Сначала в федеральном арсенале в Спрингфилде, где он изготавливал винтовки, затем на оружейном заводе Сэма Кольта. Начиная с 28-го президента США Вильсона, который купил Кадиллак 51 в 1915 году, большинство американских президентов пользовались только автомобилями марки Кадиллак. Вот с чего можно начать свое президентство. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».